Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин Вилла Вива, который располагается в Киеве на адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание, сегодня идет продолжение обзора велосипедов немецкой марки Bergamot 2016 года. Данная модель является найнером, колеса у него 29 дюймов. Класс велосипедов найнеров имеет название Revox. Эта модель является пятой. Revox 5.0. В 2016 году велосипед выпускается уже немного по другой модификации. Это мы сейчас обсудим. Колеса у велосипеда 29 дюймов. Такие же пистонированные получается обода. Спицы из нержавеющей стали. Втулки Shimano спереди, сзади также. Ротор здесь стоит 160 мм ход. Тормозная система Shimano. Гидравлические, естественно, тормоза. Велосипед имеет вилку Santur XCM HLO. 100 мм ход у этой вилки. Вилка имеет возможность регулировки двухуровневую. С одной стороны, с левой, это здесь регулировка жесткости. Предлоуд называется. Это локаут. Возможность включения и выключения самой амортизации вилки. У вилки идет руль гидроформированный. 72 мм в длину. Велосипедный руль имеет приятную внешнюю форму, а здесь идет вырез такой для облегчения самого узла. Это классно, удобно. Тормозная система Shimano, гидравлические, передний переключатель и задний Altus 9:3. Велосипед выполнен в зеленом цвете. Также есть велосипед, и этот цвет называется градация C1. Есть велосипед с названием C2, там черная окраска, но это уже другая тема. Велосипеды идет шатуны Shimano, система имеет 3 звезды с количеством зубьев 22, 30, 40. Передняя перекидка Acera, короткая, задняя перекидка Shimano Dior 592. На 9 скоростей, длинное плечо. Велосипед имеет звезду на 9 скоростей, 11.32, емкость зубов. Тормозная система, как говорил уже Shimano, сзади также стоит ротор 160 мм ход. В целом велосипед имеет приятный вид, хорошее качество, хороший накат, выдерживает любые нагрузки. Будем вас рады видеть в нашем магазине. Если у вас есть вопросы, задавайте, звоните, пишите. Будем рады вам помочь. До свидания.